Всем привет, с вами Виктория, и в этом видео я хочу рассказать вам о своем новом и очень интересном, весьма необычном уходе за лицом. Речь пойдет всего лишь о двух продуктах, которые заменили мне и мицеллярную воду, и тоник, и сыворотку, и ночной крем. Да-да, не удивляйтесь, это спа-система от украинского бренда натуральной косметики Лизар. Эти два продукта включают в себя масло для умывания и Уптан. Что это такое и как оно работает? С помощью вот такого вот маселка, в составе которого масло виноградных косточек, масло миндаля, масло макадамии, витамин Е и эфирное масло иланг-иланга. Кстати, очень приятный аромат. Я знаю, не все любят запах иланг-иланга, но здесь какая-то такая оптимальная пропорция и очень приятная маселка на запах. Итак, наносим это масло на ладони, всего несколько капель, и круговыми движениями наносим прямо поверх тонального крема, тональной основы, или же просто на лицо вечером, когда вы собираетесь его очищать, вместо какого-то там геля. Круговыми движениями наносим и оставляем от 2 до 5 минут. За это время масло очищает кожу от разных загрязнений, короче, выполняет свои функции. Им достаточно этого короткого времени. После этого берем тот самый Уптан. Это такой порошочек, аюрведическая смесь. В составе здесь 12 компонентов. Включает в себя травы, глину и специи. Разводим 1 чайную ложку. Можно разводить теплой водичкой, отваром трав, зеленого чая, к примеру, или же йогуртом домашнего производства, кефиром. Наносим поверх этого же масла и опять оставляем на 2-5 минут. После чего смываем, и все, вуаля, ваша кожа чистая, и не поверите, никакого следа от косметики не остается совсем. Таким образом смывается и масло, и все то, что оно втянуло, убрало на себя. Рекомендованный производителем курс использования этой спа-системы 2 недели. За это время кожа должна преобразиться, должны исчезнуть мелкие морщинки, и кожа должна быть подтянута немножко и сиять изнутри. Теперь расскажу уже свою историю. Поначалу первый раз, когда я захотела попробовать эти средства, у меня возникло какое-то сомнение, когда я смыла этот масло, Уптан, все вместе смыла. И мне казалось, что нет, не может быть. Мне кажется, что все равно остался тональный крем, какое-то такое чувство. Я взяла ватный диск, нанесла тоник, протерла, чистый, вообще никаких следов. Потом взяла мицеллярную воду, чтобы убедиться наверняка. Опять провела, диск чистенький, новенький, и вообще никаких следов, ни тонального крема, ни каких-либо других загрязнений. Я была удивлена. И по привычке все равно нанесла тоник, ночной крем и пошла себе спать. Потом на второй день была похожая ситуация. Потом я уже решила, что нет, все-таки надо сделать все по правилам, потому что как я увижу результат и как я смогу понять, работают эти средства или нет. Сделала все как надо, уже не наносила ни тоника, ни крема, ничего такого. И вы знаете, все было просто восхитительно. После того, как я смываю Уптан, мне кажется, же будто на лице остается какая-то жирная пленка. Но когда я вытираюсь полотенцами, буквально через несколько секунд дотрагиваюсь ладонями к лицу, и ощущения такие, как будто я уже нанесла хороший крем, и он уже так нормальненько впитался. То есть кожа такая бархатистая, ухоженная, свежая, приятная, и не жирная, и не сухая. И на утро, когда просыпаешься, нет такого ощущения, что твоей коже срочно нужна какая-то реанимация. Кожа по-прежнему остается увлажненной и нормальной.
Что я пользовалась этой системой, так как были некоторые перебои в начале, около 3 недель. И какие изменения увидела лично на себе. Самые лучшие, самые прекрасные изменения – это то, что моя постоянно жирная кожа превратилась, мне кажется, в нормальную. Я не могу до конца этому поверить, но это действительно так. Я сколько себя помню, у меня и зимой, и летом кожа всегда жирная. А сейчас я заметила, что она намного улучшилась, и уже нет так много этого жирного блеска постоянно, как это бывало раньше. И плюс зимой даже она, наверное, превращалась в комбинированную, потому что появлялись шелушинки возле носа, между бровями на лбу и еще в некоторых местах. В этом году, этой зимой, такого не происходило. И так как этот период я пользовалась только этими двумя средствами, у меня не возникает сомнения, что это их заслуга. Плюс за эти 3 недели у меня ни разу не выскочило ни одного прыщика, абсолютно. Хотя периодически они постоянно меня тревожили, так сказать. Поэтому я вообще несказанно рада и восхищена. Я не ожидала от этих продуктов такого результата, поэтому рекомендую и вам не бояться экспериментировать и пробовать что-то новое. Могу дать небольшую рекомендацию. Я пробовала разводить разными средствами, и водой, и чаем, и кофейной гущей с утра, например. Но когда разводить кофейной гущей, мне не нравится наносить на кожу. Это получается скраб. Он работает очень отлично, как скраб. А вот больше всего мне понравилось использовать для этого небольшой жирности йогурт или кефир. Она так лучше как-то соединяется, легче наносится на кожу и не так быстро застывает. Я, допустим, могу походить и дольше, чем 5 минут. Потом смывать тоже легче, потому что я придумала для себя систему. Беру обычные салфеточки кухонные, не такие большие, а плотные, а именно маленькие, обыкновенные. И прохожусь по лицу, убираю, что там убирается, а потом уже умываюсь. Так намного легче, меньше этой грязи в умывальнике, и меньше надо тереть кожу, чтобы смыть эти все травки. В общем, подведя итог, хочу сказать, что спа-система Glossy Skin от Lizar меня очень приятно удивила и порадовала, поэтому могу рекомендовать всем-всем желающим. А для любителей натуральной косметики это как нельзя кстати подойдет. Желаю всем сиять природной красотой и к Новому году быть неотразимыми. Спасибо, что были со мной. До скорой встречи. Пока-пока.